Архиепископ Иероним подверг критике предложение устранить религоведение из программы греческих школ. Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним подверг критике заявление, сделанное заместителем министра просвещения Греции Си Анагностопулу относительно преподавания предмета религоведения в греческих школах, сообщило издание «Грек Репортер». Предстоятель Элладской православной церкви отметил, что столь радикальные изменения школьной программы не могут производиться без серьезного обсуждения этого вопроса в обществе. Архиепископ Иероним также добавил, что эту проблему следует решать, опираясь на конституцию страны, которая гарантирует возможность получения религиозного образования в греческих школах. Он отметил, что Конституция Греции гласит, образование должно быть национальным, что подразумевает преподавание греческой православной религии.